В дни весенних каникул на базе Кирсинской школы состоялась интеллектуальная игра «Школа любителей истории». В мероприятии приняли участие 19 обучающихся из школ района. Подготовила мероприятие учитель истории Кирсинской школы Коляскина Светлана Викторовна. Тема игры – эпоха царствования Петра I. В ходе разминки команды вспоминали годы правления царя, писали, за что благодарны Петру I. За флот, за великую державу, за кофе, за европейские наряды, за картофель, за газету, за гражданский шрифт, за салфетки и так далее. Вторым этапом мероприятия стала своя игра. Было продолжено погружение обучающихся в историческую эпоху Петра I. Затем команды состязались в интеллектуальной викторине, квиз-игре. Всем было интересно на мероприятии. Участникам, зрителям, болельщикам, любители истории проверили свои знания, выявили проблемы. Были подведены итоги, вручены грамоты. Учащиеся 10-11 классов Кирсинской средней школы выступили с напутственным словом, где призвали товарищей учить историю. Ведь для понимания исторических событий требуются базовые знания, которые дают на уроках по этому предмету в школе. Также перед ребятами выступила выпускница школы, студентка 5-го курса исторического факультета МГТУ имени Носова города Магнитогорска Юлия Панфилова. Юлия считает историю одним из важнейших учебных предметов и считает, что историю нужно знать каждому человеку. Участники игры благодарят Светлану Викторовну Коляскину за полезное и нужное мероприятие, администрацию школы за теплый прием.